представляем вашему вниманию материнскую плату от компании ASRock модели B75MGL, форм-фактор которой микро ATX, а физические размеры 244 на 213 мм. Сокет 1155 и поддерживает такие процессоры, как Intel Core i7, i5 и i3 второго и третьего поколения. Оперативная память двухканальная, поддерживает две планки DDR3 DIMM с частотой от 1066 до 2200 МГц. Максимально поддерживаемый объем оперативной памяти составляет 16 ГБ. Из внешних разъемов материнская плата имеет такие порты, как один PS2 для клавиатуры и PS2 для мыши, один D-Sub, один DVI, два USB 2.0, 4 USB 3.0, один RJ45 для подключения сетевого кабеля и 3 аудиопорта. Стоит отметить, что видеовыходы будут работать только в том случае, если процессор имеет встроенное графическое ядро. А из внутренних материнская плата имеет 5 SATA 2 3 Гбит за секунду, 1 SATA 3 6 Гбит за секунду, 1 LPT, 1 COM-порт, 1 разъем для подключения вентиляторов процессора 4 пин и 1 разъем для подключения вентиляторов корпуса, вывод аудио на переднюю панель корпуса, а также 2 USB 2.0. Также имеет такие слоты расширения, как 1 PCI Express 3.0, 1 PCI Express 2.0 и 2 PCI слота. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.